Находимся на кладбище. Что? Господи, что это? С реальной могилой сербской леди. Разгадываем, что означают эти надписи на карте. Там точно должен быть артефакт. Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и мы сейчас с Димой находимся на кладбище, потому что сегодня ночью мне позвонила сербская леди и сказала, что я должна отыскать следующий артефакт. Артефакт номер 2. И, друзья, она прислала мне координаты этого места. Я была в шоке. Вот они, эти координаты, ребята. Тут еще кое-что написано. Мы пока еще с Димой разгадываем, что означают эти надписи на карте. Но мы уже приехали к месту назначения. Мы были просто в шоке, когда узнали, что это место находится на кладбище. Друзья, как вы думаете, что значит 10-6, стрелка 26? Мы сейчас стоим вот здесь, вот где крестом отмечено, ребят. Мне жутко, я в жизни. Мы реально стоим на кладбище. Следующий артефакт на кладбище. И это очень опасно, потому что это может быть, я не знаю, ну, может быть какой-то проклятый артефакт. Или со мной случится что-то опасное, потому что, ну, сами понимаете, это кладбище, здесь очень много мертвых людей, и случиться может все что угодно. Я действительно, так как немного обладаю экстрасенсорными способностями, я чувствую всю боль и смерть, вот эта вот, которая здесь на кладбище. И брать отсюда какой-то артефакт мне жутко. Ну и то, чтобы меня преследовала сербская леди, я тоже не хочу. Поэтому мне необходимо отыскать все артефакты и отдать их сербской леди, друзья. Я надеюсь, что у нас получится. У меня есть предположение. Сейчас мы находимся на точке, где-то здесь. И вот отсюда, смотри, 10-6. Дим, как ты думаешь, может быть, это 10 шагов? Да. 10 шагов, и получается стрелка вправо. Нам надо найти эту точку. 10, да, конкретно точка. Как понять, что? Потому что она здесь обозначена очень широко. И 20 шагов направо, и 20 шагов налево. Так, погоди, сейчас. Я не чувствую. Это место не здесь. Земля холодная. Нету. Я не чувствую здесь. Подожди, а может... Того места. Погоди. Там еще красный раз. Написано. Красный, может... Красный. Что-то искать. Красный. Смотри. Точно. Ты был прав. Мы были совсем близко. Что это такое? Красный. Ленточка. Красная лента. Не может быть. Погоди. Это отмеченная точка. В общем, от нее нужно 10 шагов. Направо сначала, да? Ребят, давайте посмотрим. 10. Погоди. 10 шагов направо и 20 шагов налево, правильно? Так, право. 10 шагов право налево. Значит. Да, надо. Погоди, нет, 10 шагов налево, стрелка туда, да. Значит, налево, да? Да. И 20 шагов направо. Так, идем, 10 шагов налево, ребят, прямо сейчас. Отсюда. Так, Дим. Получается, прям где-то рядом. Да, мы где-то рядом, артефакт где-то здесь. Дим. Так, 10 и 20 туда. Дим, отсюда, от точки. 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10 и 20 шагов получается направо. Туда внутрь пойдем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Старая могила. Старая могила. Ты думаешь, здесь? Смотри, тоже красные цветочки. Надо искать. Я не знаю, нужно искать артефакты. Что ты видишь здесь? Подожди. Вокруг этой могилы нужно... Дим, он точно должен быть где-то здесь. Надо искать. Я не знаю.
Где искать? Что это? Мамочки! Что это? Смотри, 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 снимай! Все, записывай, чтобы ребята видели. Что? Господи, что это? Это какая-то... Офигеть! Короче говоря, ребята, мы гоним машину. Мне здесь жутко, посмотрим, что здесь внутри. Красная коробка. Там точно должен быть артефакт. Увидимся сейчас, мы побежали с Димой в машину. Дим, а вдруг артефакт, который мы нашли на могиле, принадлежит могиле сербской леди? Посмотри, это женщина 1909 года рождения. Может быть, душа сербской леди вышла из могилы и присутствует, и вселяется в любых людей. Эта женщина, Дим, сними ее еще раз поближе. Может оказаться реальной сербской леди. Это может оказаться реальной могилой сербской леди, ребята. Вот это очуметь! Просто у меня мурашки на коже, ребята. Валим отсюда, валим. Ребята, мы вернулись домой. Я знаете, что обнаружила? У меня, короче, пропал ожог от браслета, который мне отдала сербская леди. И тут остался небольшой синяк, но его плохо видно. Может, вы разглядите, и очень сильно болит. Короче, начинает проходить. И фишка в том, что я абсолютно не могу снять этот браслет. Я не знаю, наверное, скорее всего, когда этот мистический квест закончится, тогда я и смогу избавиться от этого браслета. А для того, чтобы мистический квест закончился, мне нужно собрать все артефакты. Первым артефактом у нас было вот это пианино, которое при включении играет мелодию сербской леди. И теперь этот артефакт лежит у нас дома. Второй, кстати говоря, видео, как мы нашли этот артефакт, вы можете посмотреть на моем канале «Сербская леди», по-моему, часть 9. В этом видео мы нашли артефакт первый. А сегодня мы нашли второй артефакт, и спрятан он был на кладбище, друзья. Сейчас я открою, и мы узнаем, что же там внутри. Вау, красная коробка. Офигеть, ребята, ну что, я думаю, что нужно нажать вот на эту кнопку, и тогда у нас получится открыть, видите, никаких знаков, ничего нет. Что там внутри, открывай, раз, два, три. Вау, вау, это что? Какая-то монета, ребята. Но она стопудово проклятая, потому что на кладбище не может быть ничего не проклятого. Давай, Дим, попробуй ее достать. Опа! Офигеть! Она реально огромная, ребят. Поглядите, дай-ка я сама ее разгляжу. О, это гадальная монета! Здесь написано yes, а тут no. То есть это монета, на которой можно спрашивать, ну, как бы, да или нет. Давайте поиграем прямо сейчас. Только для начала посмотрим, больше ничего нет, потому что в этих всяких коробочках обязательно есть какие-то потайные вещи. И мне, я вот вижу тут какая-то ниточка, давайте посмотрим. Точно, я была права, здесь записка. И записка от сербской леди, стопудово, Дим, я реально стрёмно. Смотрим, ребята, что тут нам сербская леди, какое послание. Артефакт номер 2. Мы нашли его. И теперь в нашей коллекции 2 артефакта. Просто нереально, смотри, здесь ноу и какой-то демон нарисован. А здесь yes, ну то есть да, и тоже там какая-то проклятая штучка. У меня возникли вопросы. Я чувствую от этой монеты огромную мистическую, магическую просто энергетику. Ладно, давай спросим у этой монеты. Монета, скажи, ты принадлежишь сербской леди? Смотрим. Да, это монета сербской леди. Ты являешься вторым артефактом, который я должна была найти? Да. Отлично, ребята. Мне необходимо найти все артефакты, чтобы снять этот браслет, проклятый браслет сербской леди? Да. В общем, ребята, я узнала то, что я хочу, и теперь мне остается
отыскать следующие артефакты. Я не знаю, они могут быть где угодно. Но мы будем ждать звонка сербской леди в 3 часа ночи, потому что перед тем, как я отправляюсь на поиски новых артефактов, мне обязательно приходит сообщение или звонок от сербской леди с координатами места, где находится этот артефакт. С вами была Королева Мистики. Всем пока!